мать знала, что сегодня нам выставят оценки. Так что, как ни крути, а результат был неизвестен заранее. До недавних пор за оценки, как Сидорову козу, лупили мою старшую сестру. Но сестренка пошла в 10 класс, лупить ее стало уже нельзя, и на роль Сидоровой козы определили меня. Сначала за это я обижался на сестру, потом на мать. В прихожей, на стене, на отдельном гвоздике висел черный отцовский ремень, и скучать подолгу ему не приходилось. И хоть мать была вечно занята на работе и проверяла дневник нечасто, но почти каждый раз просмотр дневника оканчивался для меня печально. Так что лучше я останусь здесь, буду жить вон под той сосной, питаться грибами и лишайниками. Но домой... Домой не пойду.